В полицию Ялуторовска поступило сообщение о грабеже. Неизвестный у местной жительницы открыто похитил женскую сумку. Правоохранителями подозреваемый установлен и задержан. Как стало известно сотрудникам полиции, в вечернее время местная жительница вышла из автобуса на одной из остановок и направилась домой. Женщина обратила внимание на незнакомца, который шел за ней следом. Когда она подошла к подъезду, молодой человек выхватил из ее рук сумку и скрылся. Полицейские установили, что по дороге он выбросил женскую сумку, присвоив себе денежные средства. На допросе гражданин дал признательные показания. В отношении ранее судимого 21-летнего ялуторовчанина отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.